Итак, друзья, второе видео, скажем так, в ожидании аппарата BlackBerry BV9500. Сейчас я хочу помочь людям понять, стоит ли переплачивать за более дорогой 9500, то бишь с 6 гигами оперативы, накопителем 128, или достаточно 64 накопителя и 4 оперативы. 64 или 128 накопитель — это решать вам, а по поводу оперативы, вот 9000 Pro, у которого оперативы 6 гигабайт, как вы видите. Я сюда понаоткрывал только что в течение получаса очень много программ. Могу сейчас еще их подобавлять, если вам очень нужно. Как вы видите, оперативы еще дофига свободны. Голосовой поиск добавляем. Загрузки добавляем. Хотя они уже, получается, и не добавляются, они есть. Камера. Выходим. Музыка. Выходим. Или вот так выходим, неважно. Мой теле 2. Выходим. Посылка. Выходим. Календарик. Выходим. Так. Календарик. Разрешить. Выходим. Так, документы. Выходим. Пригород. Выходим. Браузер еще не открывал обычный. Выходим. Так. Спортмастер. Выходим. Системный менеджер. Выходим. Ну, я уж не знаю. О, ну хоть браузер рухнул, хоть что-то. А то хотел сказать, все держит и держит. Разрешить. Окей. Reader. Вот, выходим. Набор функций SIM. Выходим. И чтобы еще открыть. Окей, лиф. Выходим. FM радио. Выходим. Google Go. Выходим. Google. Выходим. Асфальт Нитро у нас и так запущен вроде был. Сейчас мы проверим. Нет, асфальт уже выгрузился. Выходим. Что еще? Яндекс Музыка. Выходим. И смотрим, сколько у нас оператива. 3,5 свободно из 6. Ну и что мы будем думать? Как вы думаете, очень вам нужны эти 6 гигабайт оперативки? Если кто-то думает, что, допустим, это для разделения экрана на двое пригодится, ну давайте попробуем. Например, ты иди сюда. Подожди, вот. Так, а здесь у нас... Допустим, попробуем асфальт нитро врубить. Нет, асфальт нитро переигрывает. Он забрал на себя. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Так, выходим. Так, пробуем что-нибудь другое запустить в двойном режиме. Так. Ну, FM-радио, например. Пожалуйста. Но при этом 3,5 как было свободно, так и есть. Ну, что еще сюда можно? Окей, Google сюда засунуть. Здесь... Шаримся. Здесь набиваем. Тугис, например. Этот открывает информацию про Тугис. Этот у нас здесь. Оперативки у нас. Как было 3500, теперь 3350. Ну, извините. Окей, лиф. Пожалуйста. Можно видео сейчас загрузить. Можно подвинуть эту рамочку. То есть вот лично мое мнение, что он вот это вот все выдерживает, у него память везде остается. Ну, я не знаю, зачем вам, извините, более 4 гигабайт оперативки. У меня потому что есть аппараты и с 4, и с 6, и с 3, и с 2, с какими хотите. В последнее время 2 это уже как-то маловато. Но если Android старый, то и 2 там хватает.
на 7-8 андроиде уже как бы 2 мало. 3 минимум. 4 за глаза. 6 я не знаю зачем. Сейчас еще сделали 8, я тем более не понимаю, зачем это все нужно. Вот. Я думаю, все видно. 3333 до сих пор свободно, при том, что у нас игра запущена. Сейчас попробуем обратно в игру ввалиться. Где она у нас тут? Надеюсь, она не закрылась. Пожалуйста, мы в игре. Да. Вот и все. Так что, народ, лично мое мнение, что 6 гигов нафиг не надо. Если аппараты на самом деле больше ничем не будут отличаться, то берем с 4 и радуемся. Если кому нужна рация и все по максимуму, ну тогда уже да. Тогда платим дороже. А сейчас мы, кстати, эксперимент проведем. Можно ли, не выгружая эту игру, запустить, например, миньонов, которые у меня, кстати, сейчас тоже должны были начать загружаться, но не догрузиться. Ой. Сейчас после этого, если мало ли получится, я еще попробую танчики запустить. Но это уже будет совсем жесткач. Ну мы как бы в игре, звук у меня убран был, то есть звук на самом деле в норме. А теперь делаем вот так, нажимаем на асфальт, и мы в игре. Делаем так, нажимаем на миньона, мы в игре. Делаем так, и сейчас попробуем еще и танчики запустить. Ну это уже все, я думаю, что тогда выгрузится стопудово, или вообще все рухнет нахрен, лишь бы он не взорвался только. Ай. Так, вот это я не ожидал, что он еще обновляться будет. Однако живенько все делает. Ну так что, народ, как вы думаете, хватает 4 гигов оперативки? Или вам обязательно нужно 6? Вот, смотрим. 3300 как было свободно, так и есть. Ну и теперь проверяем. Выскакиваем отсюда. Включаем миньонов. Выскакиваем отсюда. Включаем асфальт. Выскакиваем отсюда. Возвращаемся в танки. Ну и что? Зачем 6 гигов? Объясните мне. Вот мы сейчас везде, да? У нас оперативки 3200 из 6. То есть если у вас было 4, у вас было бы еще 1200 свободно. Ну и зачем? Все. Лично мое мнение такое, что они тут не нужны. Так. Давайте вернемся сюда и попробуем правильно выйти. Вот так вот. Оперативки у нас сразу прибавилось. Притом, напоминаю, все, что мы запускали, он это все держит в мозгах. Вот Тугис мы открывали. То есть, точнее, Google открывали с поиском по кодовому слову Тугис. Вот он его еще и помнит. Что еще открывали? Календарик открывали. Пожалуйста. FM-радио, кстати, открывали. Где оно тут? Вот. Оно не изменилось. Тирин, тирин, тирин. То есть все, что я наоткрывал, все у него висит в памяти. Ему 4 гигов на это выше крыши, по-моему, хватит. Даже камера. Никуда еще не делось, все на месте. Так что все, народ, лично мое мнение. Аппарат 9500, продолжитель, не так, следующий аппарат после линейки 9000 модели. Поэтому 9500 как продолжение. Хватает ли 4 или 6, что выбрать 4 или 6 и хватает ли 4. Вы можете спросить у действующих пользователей 9000, не версии Pro. У меня, к сожалению, только версии Pro, обычной нет. Но мое мнение такое, что вам будет его полностью хватать.
а уже что покупать, само собой решать вам. Вот это 9000 Pro, 128 на 6. 6 тут нафиг не нужны, только батарейку быстро ест. Сегодня вот я бодрствую с 5 утра, и батарейки у меня уже 33%. Время, я думаю, вы все видите. И я думаю, что как раз связано с этим, с многозадачностью, с оперативой и так далее. Потому что я много чего делал, ничего не сворачивал. Видите, как мало экрана. Всего 3 часа, блин. Потому что у меня куча всего. Музыка играла, грузил видео, снимал. Всякому издевался, GPS-ы, шмипесы, блин. Чего только не гонял. Вот и получите. Так что лишние 2 гига оперативы, мое мнение, это даже вред. Потому что будет больше жрать батарейку. Все. Всем пока, завязываем. Если хотите, подписывайтесь, не хотите, не подписывайтесь, ваше дело. Все, всем пока.